Катрены создатели. Нужно, чтобы была понятна связь людей планеты с создателем. Есть эволюции вечная вязь. Нельзя опускаться до обывателей. Бог вас выбрал и дал задание. Отказываться или отступать нельзя. Ответственности должно прийти понимание. Это счастливая для людей стезя. Можно спорить, но отступать нельзя. Помните, вы частицы Создателя. Повторяю, это для людей стезя. Путь ответственный и обязательный. Надо идти, осознавая свой путь. Это путь избранного человека. Судьба быть с Богом – это суть, особенно в начале нового века. 18 лет передачи знаний – это позор для России. Где пассионарность и понимание? И где особая для Руси миссия? Огромная территория. Русь не спешит, но сегодня для нее особый случай. Создатель каждым из вас дорожит. Новый мир – это суммарный ваш пай. Страна попала в лапы тьмы. Виноваты во всем сами люди. Поверили в сказки от всей души. Сегодня перед вами конца прелюдия. Последний раз говорю о структуре. Для России нужна Богом анархия. Вы словно в последнем туре. Нет порядка, а есть анархия. Пора проявить инициативу. Ждать и догонять хуже всего. Пора проявить и свою в духе силу. Надо встать впереди воинства моего. Вы — это мои руки. Пора действовать. Надо помнить чужие ошибки. Надо договариваться, а не спать. Ваша политика должна быть гибкой. Вы от Бога. Значит, в вас есть мудрость. Надо перехитрить оппозицию. Нет безразличия, а есть страстность. Горячее сердце – это ваша позиция. Пересмотрите ваши возможности. Надо выйти на баррикады. Нет для вас никаких сложностей. В вашей активности должны быть ряды. Сделайте перегруппировку сил. Храните матрицу, как зеницу ока. Человек-бог не может быть всем мил. Объединитесь вместе с пророком. Есть создатель и есть пророк. Нужна третья составляющая. Россия – это почти готовый поток. Поток очень сильный, бурлящий. Нужно использовать все возможности. Человечество уже ждет ваш поток. Перешагните все в мире сложности. Ваше состояние в духе – почти потолок. Не надо сомнений, когда Бог рядом. Бог знает ваши способности. Матрица – это формирование отрядов. Вы должны преодолеть сложности. Создайте центр или штаб управления. Важно усилить ваше влияние. Информация – это тоже давление. У людей откроется судьбы понимание. Откройте дискуссию, привлекайте внимание. У человечества нет никакого выхода. Люди хотят истины понимания. Люди в новый мир ждут перехода. Сегодня все в ваших руках. Не бойтесь сказать это вслух. Мир людей капитализмом пропах. Изменит пространство Святой Дух. Вы прошли испытания, это ваш час. Прекратятся людей скитания. Сегодня Создатель вас спас, чтобы прекратить людей страдания. Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум. 26 октября 2021 года. Катрен, сегодня все в ваших руках.